Добрый день, дорогие друзья! Всем-всем большой привет! Особенно Украина, Днепропетровск, привет! Друзья, вас щиро витаю! Меня зовут Никита, с вами ваши друзья и надежный партнер компания Арбатомс. Разрешите мне начать с того, рассказать, как я здесь оказался, пару слов сказать о себе. Я сам, как уже ранее сказал, из Украины, из Днепропетровска, замечательный город. И если вы мне зададите вопрос, что я здесь делаю, да, который раз, приехав отдыхать со своей семьей сюда, я понял, что я не хочу уезжать отсюда, хочу здесь жить, хочу здесь остаться. И о принятом решении еще ни разу не пожалел, чего и вам советую. Турция очень комфортная страна для проживания, очень хорошая, очень уютная страна. Здесь очень хороший климат, совершенно другое отношение к людям. Вне зависимости от вероисповедания, вне зависимости от финансового положения, национальности. И я могу перечислять вам очень много плюсов об этой стране, но вам нужно приехать и увидеть это своими глазами. Это все, вот эту красоту нереально передать. Мы сейчас с вами находимся на знаменитом пляже Клеопатра, который уже стал достопримечательностью Алании, да и в целом Турции тоже, наверное. Шикарный, удобный песочный пляж, на котором вы для себя сможете найти огромное количество кафешек, ресторанов на любой вкус. Разрешите вас пригласить на просмотр объекта, который находится поблизости непосредственно с вот этой всей красотой. Разрешите вам представить комфортную, уютную квартиру с планировкой 1+1, общей жилой площадью в 60 квадратных метров, которая состоит из отдельного санузла, просторной спальной комнаты, гостиной комнаты, совмещенной с кухней американского типа и, естественно, балкона. Санузел укомплектован стиральной машинкой, душевой кабинкой. Плюс к этому в коридоре вы можете увидеть мини-гардероб. В спальне укомплектована большой комфортной кроватью, кондиционером и двумя шкафами. Но хочу сакцентировать ваше внимание на том, что очень интересно выполнен дизайн спальни. И вместо обычных стен, как это принято, здесь присутствуют панорамные окна, которые при желании вы можете либо открыть, либо закрыть. Очень комфортная гостиная комната, совмещенная с кухней. А комфортная одна из-за того, что достаточно грамотно спланировано расположение фурнитуры. Например, этот диван очень большой и удобный, но много места он не занимает. Точно так же, как можно обратить внимание на интересное решение по поводу этого стола, который выполнен в виде барной стойки, и обратить внимание на кухонную фурнитуру, которая точно так же не занимает много места, но все необходимое для комфортного проживания вы здесь найдете. Мы сейчас с вами находимся на балконе, с которого открывается безумно красивый вид. Если мы посмотрим в правую сторону, мы можем увидеть замечательный вид на горы. Если посмотреть налево, мы можем увидеть пляж, море и центральную улицу, на которой находится достаточно магазинов, кафешек, ресторанов и так далее. Несмотря на близкое расположение этого комплекса к морю, у него достаточно хорошая, богатая инфраструктура, которую я вам предлагаю пойти посмотреть. Мы сейчас с вами находимся на крыше резиденции, и став счастливым хозяином апартаментов, в вашем распоряжении будет находиться комфортабельная лаунж-зона с джакузи, зона барбекю, а также открытый плавательный бассейн с детской зоной, спортзал, хамам и, естественно, сауна. Ну что же, мы с вами посмотрели квартиру планировкой 1+1, которая находится в резиденции, построенной в 2018 году, в 50 метрах от пляжа. Месячное обслуживание данного комплекса будет составлять всего 40 евро в месяц. Цена апартаментов составляет 62 тысячи евро. Также с этой квартирой вы сможете ознакомиться на нашем сайте под номером 3234. В заключение я могу сказать только одно. Приехав сюда и увидев всю эту красоту своими глазами, вы пожалеете лишь об одном. О том, что вы не сделали этого раньше. С вами был Никита. Подписывайтесь на наш канал Арбат Хоумс. Всем до свидания.